1 апреля 1945 года. После длительной осады и упорных боев войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию окруженного гарнизона противника и овладели городом и крепостью Глогау, мощным узлом обороны немцев на левом берегу Одера. Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление и заняли более 150 других населенных пунктов на территории Чехословакии. Войска 3-го Украинского фронта овладели городом Шапрон, крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Вене. На территории Венгрии войска фронта заняли более 100 населенных пунктов. За 1 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 40 самолетов противника.